О наболевшем говорили сегодня и в самом Минздраве. В Казахстане не хватает более 2500 врачей. Дефицит кадров наблюдается в Мангистауской, Североказахстанской, Кустанайской и Кызылординской областях. Порядка 1800 вакансий открыты в городах, остальные в сельской местности. На коллегии Минздрава Елжан Биртанов раскритиковал работу руководителей областных управлений, отметив, что медики вроде и выявляют заболевания на ранней стадии, но при этом смертность в ряде областей не снижается. Чаще всего казахстанцы умирают от болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, травм и онкологии. Чтобы изменить ситуацию, министр призвал коллег не заниматься приписками и уделять внимание скринингу. Для оперативного реагирования на жалобы пациентов Биртанов поручил всем региональным управлениям и медицинским организациям создать страницы в социальных сетях до конца года. На официальных страницах органов управления здравоохранения, территориальных департаментов и непосредственно всех государственных медицинских организаций, они должны быть созданы. Я не говорю там о всех, невозможно все личные аккаунты отслеживать, но на ваших сетях, когда идут обращения, вы должны их регистрировать и на них там же отвечать. А не так, что мы здесь сидим в министерстве, отслеживаем все ваши аккаунты и потом вам же, так сказать, перенаправляем их. Не для галочки эти должны быть созданы.